Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? Любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи. На выход! Почему именно мою? «911, расскажите, что произошло». «Вам уже сообщили? Срочно!» «У нас разрешение на сканирование. Начинаю поиск преступника». На улицах Чикаго все только и говорят, что о новом цифровом наркотике. Считается, что он изменяет восприятие окружающего мира. Распространение его законно. Вопрос, надолго ли? Власти изучают правовые нормы, по которым можно запретить данный препарат. Надо торопиться. Демиан слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Стряну по уши. Ты где? Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден? Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники? Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Дэмиан, что ты творишь?